Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Ритейл солнечно. Сейчас посмотрим так. А так вокруг простор. Вот куда мы добрались. Сейчас вовнутрь зайдем. Не двигается, хотела поближе заснять. А вот так, вот здесь вот мы вышли, красивая аллейка, шли. Так, дошли. Улица не скучная, 3. Не скучная. Ну, в нашем районе все улицы такие интересные. Одна, значит, лучистая, счастливая улица. Чемпионов, улица любви, ну, короче, какие у нас еще там улицы-то? Вот самая эта центральная-то какая она? А, она счастливая? Нет, еще какая-то улица. У нас их немного, но так вот мы дошли до этого ритейла. Сейчас зайдем во французский пекарь кафе. Пойдем. Потопай тоже. Видишь, как красиво. И машина, да, тут стоит. Музей автомобильной техники. Ух ты. Какая машинка. Тут получается улица в помещении. Даже камера хранения есть. Что тут? Шахматы? Ух ты! Дом текстиля. Папа, можно играть? Как играть? Трогать и... А, написано, что можно, да? Да. То есть можно, если ждешь кого-то, поиграть в эти шахматы. Да, интересненько. Что только не придумают. То есть как будто тут улица продолжается, фонари уличные стоят. Скамеечки. Детская одежда. РМ. Смотри, этот городок ты сюда перенесли. Детский. Kids Park.
No one outlet. Ни один outlet. Опять машина. Часы, как в Англии. А мы идем вот сюда, французский пекарь. Это наше любимое кафе. А мы как будто на перекрестке. То есть здесь часы, да, как будто дом. И с этой стороны дом. Тоже как кафе. Красиво. Народу мало. И здесь вот как будто улица продолжается. Заказ номер 5. Цветочки. Заказали, ждем. Это простая вода для ребенка. Смотрим, вот нам принесли. Так, суп. А это куриный. О, куриный суп. Слушай, так много, ты, наверное, не съешь это все. А мне еще свое надо съесть будет. Короче, будем сидеть, пока все не съедим. Сырный суп. Огромные тарелки, я уже все тоже под завязку. Даша уже подбородок в тарелку положила, что уже сил нету есть. Суп тоже не доела половину. Говорит, он какой-то, его ешь, а он никак не исчезает. Я говорю, он, наверное, горшочек из сказки варит и варит. И вот, короче, я говорю, я тебя до папы больше кормить не буду. А у нас еще пироженка. А у меня еще булки хлеба. Еще вот сколько. Вроде тарелки, какие-то порции здоровенные. Короче... Подбородок уже на тарелке, сил нету есть. Посидим маленько. Понравился такой детский пуховичок. Красиво. Яркий такой, красочный. Майора. Здесь такие мужчины шикарные, с усами. Ну правильно, что заморачиваться с глазами. Усы нарисовал, и мужчина готов. Мы пойдем. Сейчас мы с тобой придем. А женщины, как всегда, голые. На всех витринах. Слушай, вот это настоящие? Настоящие цветы-то? Настоящие, что они цветут так? Ничего себе, красота. Вот еще один. Ой, как красиво. Настоящие, да? Нет. Как нет? Настоящие? Нет, баба. А, нет, не настоящие. Вот вижу соединение. Пластмасса. Вот, пластмассовые соединения. Издалека как настоящие, да? Ну красиво. А я знала по листьям.
сумочки, перчаточки. Бренды. Шоколад. Вкусняшки всякие. Вот картины, да. Ух ты. А вот, наверное, сюда сейчас выставили. Раньше-то это было как в магазине. Ух ты. Красиво. Как настоящее. Здорово. О. Девушку-то я не заметила, тигров только. Ну, тоже так реалистично. Глаза живые. Это типа пятый элемент с колибри. Веселенькие. Ух ты! Как натурально. Это Юлия Тарасова, художник. Ух ты, корона какая. Это же вот прорисовать надо. Пальчики как настоящие. Здорово. Третий глаз. Что она там? Девушка лежит. Ух ты, вот это тоже красиво. Да, объемные такие картины. Очень красивые. Юлия Тарасова. Так, Жанна Осинцева. Портреты. Конь какой натуральный. И такой малышка. Еще девочка. Здесь карандашом. Тысяч масла, жара, это вот это 12 тысяч, а это портрет мужчины, пастель, 6300. Мужчина стоит 6300. Так. Да, сюда выставили эту выставка картин. Раньше там закрыто было в отдельном, но мы вот туда и шли к картинам. Очень красиво.
Дмитрий Муравьев. Природа. Как вот снег, проталинки вот эти, травка прорисована. Это сколько стоит? 7000. Это 18. Так, первый снег. Это вот это, видимо, вот которую я смотрела, 18000. Так, здесь абстракция какая-то. Это кто? Обезьянки какие-то разного формата в человеческом обличии. Так. Это тоже интересно, из чего. Штукатурка, наверное. Хотя нет, мазки, краски. Мазки, краски. Где тут? Вот, например. Так, нежность, холст, масло, 2000, Казанцева Ольга. Ну да, масло, мазки такие. А тут какой зайка настоящий. Здесь тоже вроде абстракция, такое впечатление, что или стекло замороженное, ну как окно. Или пурга какая-то. Так. Ух ты. Стрекозка. Две даже. Крылышки такие. Вон три. Вот еще одна стрекозка. Ух ты. Пантера. Ух ты. Интересно, она сколько стоит. Снежная королева. А, опять метель. Холст акрил. 10000. Николь Сорокина. Художник. Так, Галина Головатюк. Льды, что ли, это как этот айсберг, типа. Здесь вот красивое озеро. Море с чайками. Церковь. Очень красиво нарисована, реалистично. В ожидании весны. 4000 холст. На вершине 4000. Здесь камушки нарисованы. Просто камушки. 2000. О, дракончик. Вот дракона. 4000. Лось. Тоже из штукатурки сделано. Вот смотри, можно такую картину нарисовать, да, из штукатурки. Мы же делали на наши белые стены. Happiness Workshop. Так, вот тоже штукатурка Елена Смирнова. Да, четыре вот такие сделал плиты и вот цветочек. Владислав Юлана. Вечер, луна. Тоже так реалистично. Какой шикарный мужчина. Адидас. Ну, это просто постер какой-то. Молодые все шикарные. Так, Ирина Маякина. Природа. Все под стеклом, вот красиво тоже. Так, интересно, это сколько? 6000 цветений. Акрил. Надо попробовать тоже акрилом порисовать. Вот трамвайчик.
14 000 Прага акварель. Это вот этот трамвайчик, видимо, 14 000 картины. О, а это мозаика. Лошадка. Стоит 65 000. Тоже интересно мозаикой сделать что-то. Я вообще люблю картины и вот что-то такое своими руками делать. Мэрилин Монро, Наталья Алплачин. Мозаика, все так реалистично. Где-то вот надо же взять вот эти мелкие детальки цветные. Так, ну вроде бы мы все прошли. Где тот магазин, в котором вот эти картины тоже все продавались? И там не только картины, там какие-то еще поделки. Тут уже на улицу выход. О, какая маленькая машинка. Даша? Вот такие делали бы для пенсионеров. В сад ездить. Ой, какая смешная шкодная. Электромобиль, наверное, какой-нибудь. Что там написано? Делюкс. Скотар. Скутер-кар. Ну, типа скутера. Скутер-кар. Делюкс марка. Ой, какая малюсенькая, смешная. Ну а что, сел и едешь в сад по тротуару. Ну, для таких машинок сделали бы дорогу такую небольшую. И все, и все пенсионеры, школьники. Ну, правда, школьники-то на самокатах ездят. А что, мне нравится. Маленькая, узенькая, смешная. Верхняя Пышма, музейный комплекс УГТН. Так, ну-ка, что там внутри? А, вон как у велосипеда руль. Какие-то... Одно сиденье, так, и сзади еще можно даже. Вот так, за водителем еще можно сесть, и еще сзади там какие-нибудь котомки поставить. А что, мне нравится, я бы ездила на такой. О, лошадь не видели еще. В прошлый раз ее не было. Тут тоже какой-то магазин. Вот лошадка. А, ну точно, вот он был, куда мы шли, магазин-то там стоял. Точно его сейчас вывели сюда. Лошадка. Что-то такое тоже можно купить. А это у нас арт-объекты. На улице есть. Там волк, лиса, шишка. И вот сейчас лошадка. Ну, ее, видимо, сюда решили поставить. Кто-то это делает, арт-объекты. Вот тоже такие же. Это мне нравится собака. Такую поставил около входа. Ух ты, как настоящий. 12 000. Ну точно, этот магазин вот сюда просто его в фойе, как сказать, выставили. Это часы. Любовь Колесникова. Часы. Да, красиво. Вот это что такое? Блестящее тоже. Орнамент какой-то. С золотом. Здесь с крошкой каменной. Вот такой хвостик у собачки.
О, какой столик, смотри-ка. Мне вот эта собака понравилась. Купить у входа. Да? Так с собакой гулять надо, а с этой не надо гулять. Да, и вот этот хорошенький. Угу. Вот какой тоже миленький щеночек. Смотрите, как реалистично нарисован ребенок. Носик такой, губки, глаза такие доверчивые, внимательные. Да, смотри, волосики прорисованы как. Тем более глаза. Глаза такие, да, очень внимательные, как будто вот он слушает что-то. А вот смотри, как ты рисовала это, гранат. А, да. Да, похоже? Тут вот девушка в воде. Это что такое? Сложно понять. Вроде и рыба. С одной стороны. Не рыба, наверное, а типа касатки. Ну, можно разглядывать, конечно, долго. Это я люблю. Я могу часами стоять, разглядывать эти каждые... Каждая, как сказать, штрих, каждый штрих. Так, вот они, поделки разные. Ящерка. Ну, у нас на Урале заведены все эти ящерки. У нас же Павел Петрович Бажов жил и писал свои рассказы. И вот... Хозяйка Медной горы, она и была ящеркой, превращалась в ящерку, и поэтому у нас все сувениры с ящерками. Вот тоже, видимо, делают кофточка, футболка с рисунками. Это все своими руками сделано. Можно, да, заснять? Конечно. У вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти красивые руки тоже, подсвечники, жираф. Можно колечки. Розовые поросятки, влюбленные, подарочные сертификаты имеются. Березки. Плетение. Кольца с камнями, да? Видишь? Нога. Смотри, это туфелька. Да. Нога. Это, видимо, кто-то это из гипса сделали, да? Вот часы интересно такие из тоже. Это смола, наверное. Так, абстракция, эпоксидная смола. Сколько? 3000? Ну, да, какое-то недорого. Можно купить такие. Лампочка. Обезьянка держит. О, Снежка. Вот так смотрятся часы. Это похоже на луну над городом.